Кубок Экспо по видам байги на призы президента Казахстана пройдет в Астане 11 июня. На ипподроме Казанат соберутся представители 5 стран, всего более 200 участников. Казахстан представит скакуны из 14 регионов и 2 городов. Призовой фонд гладких скачек составит более 63 миллионов тенге. Общая же сумма призовых в национальных видах – 36 миллионов тенге. Отмечу, что денежные вознаграждения будут распределяться между призерами вплоть до 5 места. Кроме этого, в программу включены показательные выступления по джигитовке, жамбы-ату и другие национальные игры. Как отметили организаторы, для зрителей вход будет свободным. В программе соревнования зрители увидят 6 видов байги, среди которых аламан байга, топ байга, кунан байга. Это самые зрелищные иконные соревнования. Протяженность самой большой дистанции 25 километров. Также пройдут и 2 гладкие скачки на 1800 и 2400 метров. На кубок приедут лучшие скакуны из Польши, России, Узбекистана и других стран.